Надежда Аронецкая родилась 6 сентября 1919 года, но никогда не праздновала день рождения в этот день. Поздравления принимала 30 сентября, в день веры, надежды и любови. Также в этот день стартовал новый театральный сезон в Тирасполе. Такой тройной праздник. Кстати, главным столичным режиссером Аронецкая стала в 1969 году. Переехала к нам из Кишинева. Нам дали это здание, помещение, совершенно пустое, в котором не было даже иголочки и ниточки. Мы вошли на сцену, положили на нее цветы и поклялись служить верой и правдой театру. Открытие Тираспольского театра под управлением Аронецкой состоялось 26 марта 1970 года. Спектакли молодой труппы получили большую оценку у зрителей и критиков тех лет. О наших актерах писали в журналах «Театр», «Молодой коммунист» и «Советская культура». Было много гастролей по всему Союзу. Ой, моя мечта была научить актеров. Вы знаете, я даже не связывала их с какими-то спектаклями. Вот поставить это, я не связывала. Я связывала только с одним – открыть интересные творческие индивидуальности. И они уже дадут возможность с ними что-то делать. Последние наставления актерам главный режиссер давала уже в госпитале ветеранов. Там лечилась и принимала зачеты. В апреле 1993 года после продолжительной болезни Надежды Степановны не стало. А в июле 2001 Тираспольскому театру драмы и комедии было присвоено имя Аронецкой.